Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию обзор глицина 50 грамм. Глицин – сильная аминоуксусная кислота, которая есть во многих белках и соединительной ткани человека. Один из способов его получения является гидролизация белка. В огромных количествах используется в неврологии, так как глициновые нейроны мозга отвечают за наше спокойствие и уравновешенность. Глицин также отвечает за выработку кератина и соединительной ткани для наших мышц и кожи. Мыловары давно используют глицин в косметических препаратах для лица и волос. Свойства глицина таковы. Глицин производится из белка тутового шелкопряда. Это очень хорошо в мыловарении. Мыловары любят работать с глицином, так как его необходимо растворить и вводить в мыло для лица и тела. Обладает увлажняющими питательными свойствами, улучшает внешний вид кожи. В кремах и сыворотках помогает проникать глубже всем полезным косметическим ингредиентам, что во много раз улучшает их эффект. Применение глицина в косметике нормализует работу системы регенерации и обмена веществ, а также защитит вашу кожу от свободных радикалов. Широко используется как загуститель и клеточный структуризатор в производстве косметических препаратов. Гель для душа придает шикарную пену и тактильные ощущения на коже. Косметики для возрастной кожи замедляет регенерацию клеток, придает коже бодрость и тонус. Мыловары, готовящие мыло с нуля, будут рады из-за того, что глицин придаст их мылу глянцевую поверхность и густую пену. Вот в таком пакетике мы отправляем глицин нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!